Здравствуйте, дорогие мои зрители. Хочу вам дать урок по эксплуатации машины. То есть, если у вас возникла такая проблема, к примеру, система охлаждения у вас не в порядке, она течет. Что можно сделать тогда и из-за чего это происходит? Ну, к примеру, вот эти вот пластиковые бачки трескаются. И выходит из строя вот эти вот шланги резиновые. Нужно вот этот вот бачок в магазине купить новый и поставить его, открутив вот и прикрутив все новое, влить вот в этот бачок новую охлаждающую жидкость, открутив вот эту вот крышечку, купив тоже, соответственно, ее в магазине. Я думаю, у вас заработает ваша система на машине. И будет нормальное охлаждение на ней происходить. Спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите разные другие мои вещи. За то, что я вам дал хороший урок, как эксплуатировать машину.